предстоящее открытое голосование в апреле и сентябрьские выборы главы региона от депутатов муниципальных образований стали темой рабочей встречи временно исполняющего обязанности главы Чувашии Олега Николаева с депутатом Государственной Думы России Леонидом Черкесовым. Поправки в Конституцию страны обсуждают сейчас во всех регионах. В рабочую группу поступило более 900 предложений. Их рассматривают юристы, представители гражданского общества. Планируется, что голосование пройдет 22 апреля. Мы должны довести до каждого жителя нашей республики информацию, что же нам предстоит сделать. Вот, действительно, впереди очень мало времени осталось, напряженная работа. Напомним, Леонид Черкесов был назначен партийным уполномоченным от «Единой России» для подготовки и проведения выборов, которые состоятся 13 сентября. В этот день жители республики будут голосовать за кандидатов в главы Чувашии и выбирать депутатов представительных органов муниципальных образований. Потребуется серьезное переформатирование работы всех представительных органов с тем, чтобы, как призывает президент, чтобы депутаты различных уровней были проводниками от власти к людям. Богдана Дойникова, Павел Рядков, Республика.